района города Саратова, в составе председательствующего судьи Бобровой, пресс-секретаря судебного заседания Павловичева, с участием помощника прокуратуры Трудинского района города Саратова Смолькина, защитника Говорова, обвиняемого Спиридонова, с участием следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области полковника юстиции Кулешова, рассмотрев ходатайство следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области полковника юстиции Кулешова об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Спиридонову Петру Валерьевичу, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом А части 2 статьи 131, пунктом А части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Российской Федерации, проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора, следователя, обвиняемого и его защитника, суд постановил избрать Спиридонову Петру Валерьевичу, родившемуся 28 августа 1975 года, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 11 апреля 2020 года.